Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Вероника, и в этом видео хочу с вами поделиться самым простым секретным способом, как можно отказаться от удобрений, от сидератов, от различных подкормок и оплодородить свою землю народным способом. Такая подкормка вносится в почву осенью, и в следующем году ваша земля будет максимально плодородная, на ней будет просто все растения расти, как на дрожжах. Конечно же, производители удобрений скрывают от вас этот способ, чтобы вы покупали и навоз, и суперфосфат, и сидераты. Но я хочу поделиться простейшим способом, как можно обновить почву, даже не урожайную, даже ту, на которой никогда ничего не растет. Наши бабушки, наши дедушки много лет пользовались этим проверенным способом, и у них всегда были огромные урожаи. Не покупали они никаких дорогих удобрений, делали все легко, просто из подручных средств. Берем столовую ложку обычного сахарного песка, добавляем туда буквально щепотку крахмала и все тщательно перемешиваем в воде. Столовая ложка на 5-литровое ведро воды. Хорошенько перемешать. И этой водой проливаем нашу почву. Почва становится плодородная, и буквально все, что захотите, будет расти. Урожайность повысится многократно, и будет стабильный, хороший урожай. В следующем году никакие дорогие удобрения вам не понадобятся. Также хочу посоветовать вам еще одно народное средство. Если у вас в земле есть проволочник, например, на картофельном поле, возьмите столовую ложку лимонной кислоты, разведите в 5 литрах воды и точно так же лейкой либо ковшиком пролейте вашу почву. Никакого проволочника больше не будет, по крайней мере, ближайшие 2-3 года. Так что берите на заметку, пользуйтесь, подписывайтесь на канал и всем спасибо за внимание.